После недавней позитивной динамики по снижению количества заболевших коронавирусом, контроль за ношением масок был ослаблен. Многие жители при посещении торговых точек и учреждений начали игнорировать масочный режим. Резкий всплеск заболеваемости ковидом в июне вынудил власти регионов, в том числе и Владимирской области, снова ввести ограничительные меры. В связи с этим по решению оперативного штаба области на территории округа Муром надзорные органы провели рейды с целью контроля за соблюдением санитарных правил, направленных на борьбу с COVID-19. К сожалению, без нарушений не обошлось. В ходе проведения мероприятий было проверено, обследовано 8 предприятий торговли общественного питания. В том числе в 4 из них нашли нарушение действующих требований и правил. Персонал находился, не весь персонал, а отдельные работники находились тоже без средств личной защиты. В соответствии были составлены протоколы по статье 20.6.1. Сотрудники МВД составили протокол о административном привлечении к административной ответственности. На регулярной основе проверки будут проводиться. Значит, основные направления деятельности – это нахождение персонала и посетителей заведений в средствах индивидуальной защиты, значит, наличие дезинфекции, средств дезинфекции на рабочих местах и для посетителей, наличие, значит, журналов измерения температуры персонала. В предприятиях общественного питания проверяется входной контроль температурного режима посетителей. К тому же до снятия режима повышенной готовности в регионе запрещено. Нахождение до 4 июля лиц, не достигших возраста 16 лет, в зданиях торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых. Посещение объектов розничной торговли, общественного транспорта, такси, аптек и предоставление услуг без средств индивидуальной защиты. К слову, маски многие муромляне уже не надевают. А такая неосторожность сегодня просто недопустима.